Сегодня 5 декабря. Мы вышли прогуляться к морю. Погода сегодня очень-очень солнечная была. Тепло. А море на ощупь тоже не сильно холодное. Возможно, мы рискнем в нем искупаться как-нибудь, если будет такой же теплый денек, как сегодня. Надеюсь. Еще нет? Да, нас тоже. Да, сегодня было землетрясение. Небольшое, да. Небольшое, но ощутимое. Мы с Денисом оценили его в 4 балла из 10. Было немножко страшно, необычно. Вот. Страшно. Первое землетрясение в моей жизни. Да, да, я тоже. Надеюсь, последнее. Вот такая набережная Сиде, длинный променад. Многие здесь занимаются спортом, вообще кайфово. Бегают люди, но я что-то турников каких-то уличных тренажеров не увидел, пока не нашел. Есть они или нет, не знаю. Я про тебя говорила. Что ты убежал от меня? Тихо, никого нет. Здорово. Время 5:30 и 20 градусов тепла. Днем доходило до 30 на солнышке. Вот, ну, в среднем, да, 23-24 в среднем. Дневная температура была сегодня.